проект Акаша дает власть пользователям социальных сетей. Акаша – социальная сеть нового поколения, основанная на Ethereum и Internet Planetary File System, была запущена 3 мая во Всемирный день свободы печати. Михай Алиси, генеральный директор проекта, заявил: «Пользователи смогут публиковать, делиться сообщениями и голосовать за них с той лишь разницей, что информация будет храниться в децентрализованной сети, а не на серверах компании».